проект по поиску талантов в детском саду «Лучик». Дорогие участники, шансов победить в различных номинациях у вас много. Мы желаем удачи. Пусть фортуна улыбнется всем. А вы, уважаемые зрители, поддержите ребят своими горячими аплодисментами! Итак, внимание! Наше шоу «Минута славы» объявляется открытым! Генеральный директор образовательного центра «Лучик» Сергеенко Сергей Павлович. Музыкальный эксперт, наш бессменный руководитель детским садом «Лучик» на улице Алабяна Сафарова Алла Дмитриевна. Почетный гость, певец, танцор, актер, финалист «Фабрики звезд» 4-го сезона. Звезда российской эстрады Антон Зацепин. Открывает наше шоу «Весенний дождик». Кап-кап-кап, дождь стучит по крыше. Кап-кап-кап, ты гуляться вышел. Просишь дождика за мной. Намокнуть не боимся. Друг с тобою подождем. Мы немножко подрастем. Кап-кап-кап, дождь стучит по крышам. Кап-кап-кап, ты гуляться вышел. Против дождика за мной. Поиграйте вы со мной. Меня зовут Саша, я хожу в подготовительную группу. Мне больше всего понравилось, как мы на празднике выступали. Нам было очень весело. Мы подготовили, я считаю, замечательный, интересный праздник. Благотворительность – это вообще очень благое дело. Я думаю, что это самый важный, наверное, момент в сегодняшнем празднике. Наши дети старались, от души делали все. И старались со всем рвением, с радостью какой-то такой. И сотрудники тоже приложили очень много усилий. Подготовка была интересная. Потому что наши педагоги – это креативные люди, люди, любящие детей. И вообще лучик, лучик – это свет, лучик – это радость, лучик – это дети и счастье. Вот сегодня все это мы увидели. Группу. Мы начинали с развивашек, проходили
год и решили, что Лучик – это то место, куда мы хотели бы, чтобы Маша ходила в детский сад. Маша пошла в младшую группу, сейчас вот перевели уже в подготовительную, чему мы очень рады. Да, Маша? Впереди лето, и мы желаем всем прекрасного отдыха. Праздник начался интенсивно, энергично, благодаря нашим замечательным конкурсантам и гостям, конечно. И вот сегодня хотелось бы сказать поподробнее о гостях. У нас в гостях сегодня ребята со своими родителями, которые очень любят повеселиться. И мы решили, что в этот день им будет приятно побывать у нас, а нам будет приятно принять наших гостей. И я прошу приглашенных гостей помахать нам руками. Давайте поаплодируем. Спасибо. Предлагаю провести символическую процедуру. Примем ребят лучиковцы. Пусть они чувствуют себя уютно и празднично. Поможете мне, Лодник? Есть ребята, которые не смогли к нам приехать из-за того, что не все могут выдержать дальние переезды. Некоторые только дома находятся. Мы для них приготовили тоже подарки. Передадим руководителю. Прошу поаплодировать тому, что у нас сегодня гости. Только здесь есть поселок художников, ну а в нем тишина и покой, просто маленьких домиков множество. Здесь живем, это Сокол родной. Вы знаете, все безумно хорошо. Даже для особых деток все доступно, красочно, активно. И мы с удовольствием еще пришли бы к вам в гости на такое замечательное мероприятие. На празднике мне понравилось спортивное выступление. Мы готовились с Алексеем к этому выступлению. Качались, отжимания, пресс, приседания. В такой компании мне здесь очень хорошо сегодня с вами. Спасибо, что пригласили. А сейчас народная песня. Ее все знают без исключения, я уверен. Поэтому давайте сейчас вот мы все вместе здесь устроим вот этот сейшн музыкальный. Голосовой, пойте, подпевайте, как можете, танцуйте. Давайте. Эй! Ну выжмите!
вымести оттуда все, что можно. Давай! Эй, говори Москва, разговаривай, Россия! Оп, оп! Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие, прячут лунный свет, полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит, конь чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тут конь наши берега. Постучалась по. Вот она, любовь окаянная. Города и мы, ночи длинные, нелюбимые, с нелюбимыми. Чёрная вода далеко течет, унесло весло, да разбило плот. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать петель, и одна беда стелит нам постель. Широка река, эхо долгое, гонче мне, чем ночь, ходит около. Постучалась дом. Хотелось бы пожелать, чтобы следующие 30 лет прошли еще лучше, чем первое. Вот. Хотелось бы пожелать деток веселых, талантливых, побольше. Хотелось бы пожелать, чтобы у вас была возможность их развивать, обучать по современным стандартам, чтобы им было там весело и хорошо. Наверное, все. Спасибо огромное вашему руководителю Сафаровой Алле Дмитриевне. Шикарный праздник, музыка, счастье, улыбка у детей. Это вот обязательно надо ее каждый год. Жалко, что у вас день рождения, да, такой юбилей только один раз. Вот мы вас поздравляем еще раз. Спасибо за приглашение. Дети в восторге. Мы будем всегда вот рады принять ваше приглашение снова. Очень интересный и замечательный день. Только что закончилось шоу «Минута славы». Но обо всем по порядку.
мы организовали проект по поиску талантов у детей среди наших детей в детском саду «Лучик» на Соколе. Знаете, талантов было очень много. Дети на шоу «Минутославы» пели, танцевали, выступали в роли драматических артистов. Конечно, было очень волнительно. Волновались сами конкурсанты, волновались их родители, педагоги, которые готовили детей. И жюри, уважаемые наши жюри, долго не могли отдать предпочтение кому-либо. Это мероприятие мы посвящаем 30-летию любимого нашего Лучика в рамках социально-патриотического марафона «Мы – Россия». Гостями нашего мероприятия были дети с ограниченными возможностями из территориального центра социального обслуживания района Коптево. Почетный гость – певец, актер, танцор, финалист «Фабрики звезд» 4-го сезона Антон Зацепин и замечательная студия подростковой аэробики «Энергия». Мне хочется сказать большое спасибо нашим педагогам творческим, которые подготовили этот замечательный праздник, музыкальному руководителю, руководителю театральной студии, инструктору по физической подготовке и хореографу. Праздник был замечательный. Большое всем спасибо.